Ладошки держать все время вот так. Нет, спасибо. Нет, ничего не будет, это будет все визуально для тебя восприятие. Вот представь, я продаю тебе сайт на и рассказываю тебе. А у меня с собой есть разные порции настоящего говна, свежего, запахущего. Но некоторые из них с волшебством, так сказать. Вот я тебе говорю, вот вы хотите сайт. Сайт, понимаете, это как кучка говна. Вот я тебе ложу в руки большую кучку говна и розовой краской так поверху. Розовое говно получается, правильно? Да. И я тебе говорю, красиво, ты говоришь, красиво. А внутри, говорю, говно. Понимаешь? И вот чем красивее, тем дешевле и говно больше. Ну. Мы делаем и подаем засохшее говно. Хорошие сайты, они не пахнут, они красивые, эстетичные, волшебные. Вот. Ну подсохли, Валя. Подсохли. Ну как бы есть, но доля того, то, что у вас будет там, крайне мала, нежели в этой форме, понимаете? А вот. Со стразами можешь? Это уже сибирикс, понимаешь? За стразами это уже в сибирикс. И на примере куча говна ты объясняешь иерархию всей веб-индустрии. Есть маленькие конторки, у них говно больше, потому что они не умеют делать. А похоже, нет. Да, есть большие конторы, они как бы делают с говном, они красят, но еще и плюс дезодорантом, чтобы не так пахло. Они как бы прям совсем охуенно почти делают. Но в принципе, по сути, если копнуть, то говно, понимаешь? И вот... А чье хоть? А? А чье хоть? А кто тебе производство непосредственно? Да. Группа разработчиков делает, понимаешь, группа. Если один человек, то он долго делает, поэтому большая куча. А если группа, то они за короткий промежуток времени, ну, как бы да, тоже неплохо. А едят больше? Вот, теперь слушай, я тебе дальше расскажу. А регион.инфо, этот чувак, значит, руки моет, мы ему даем в руки торт. Он говорит, вот, а это регион.инфо. Охуенный, красивый. Вот разломит, он разламывает. Нет говна, он нет говна. Попробуй, он пробует. Вкусно, вкусно. Заебательские сайты. Когда мы его продаем, закрываем актами. И тут момент истины. Когда он идет в туалет, выходит сайт, что? Говно. Понимаешь? Как завуалировано, да? По сути. Красиво. Вот так вот. А знаешь, что такое было торт? Торт это был маркетинг, продать. А по сути, ну да, продали, красиво, актами закрыли, мы так смотрели.